Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и тыла, дети войны, уважаемые жители Иркутской области, земляки. 9 мая – священный праздник, который навсегда останется в истории страны как символ воинской славы, мужества, героизма и доблести всего народа. В этот день мы всегда будем чествовать тех, кто на полях сражений и в тылу отстоял независимость нашей Родины, освободил народы Европы от фашистского ига. Это самый дорогой и значимый, трогательный и торжественный праздник в истории нашего народа и страны. Бесценный вклад в разгром фашистской Германии внесли жители Иркутской области. Мы все полны особой гордости за сибиряков, защитников Отечества. Они проявили в годы войны подлинный героизм. Преклоняясь перед мужеством павших, мы не вправе забывать о ныне живущих ветеранах боевых действий, о семьях погибших защитников Отечества. Особые слова благодарности ветеранам, которые и сегодня в боевом строю выполняют важнейшую задачу по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию молодежи при Ангаре. Примите искренние поздравления с 9 мая, Днем Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Желаю вам всем здоровья, успехов в работе на благо Отечества, счастья и благополучия. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным.